Всем привет, это с вами Сергей Трофимов. Юлия Янина. Это наш новый влог. Влог? Да, мы уже блогеры, забыла. Я думала блог. Не, влог. Что за влог? Так, мы сейчас пойдем кататься вот, ну вот сюда. Вот сюда пойдем кататься. Да. У нас как красиво, посмотрите. На него не смотрите, он некрасивый. В смысле, я некрасивый? Ты... А ты такой красивый. Блин, у меня кружится голова. Бля, оставь. Ух, мама, Возле нас находится рядом Опи, вот она вот здесь, Опи. Прям вот, вот здесь, вот здесь. Да. Поздравляем всех с первым днем зимы. Да. Что-то. Чтобы всех было все хорошо в этом наступающем новом году. Да. Сука, я весь в снегу. И Юля тоже. Блять. Закапывается снег. В меня кинуло. Отлично. Классно. Мы снимаем деньги в каком-то отеле. Там охранник? Серьезно, это отель. Еще и карты Сережа не выдают. И деньги не хотят отдавать. Это, наверное, процент за то, что мы снимаем в элите. 50 рублей, да, важно. Вы тут крупные. Серега очень снимает 150 рублей, чтобы здесь показать. Здесь такие секьюрити. Они сзади нас. Дядьки. Не видно. А, нет, видно. Вот, вот так, смотрите. Мы в отеле. Все поделится. Давай ты ходишь. До свидания. Мамочки. Они мне сказали пока. Мой друг вот там. Господи. Это был единственный Сбербанк. Зашли в элитный отель, чтобы зайти в Сбербанк. И снять 150 рублей. Здесь, наверное, столько же стоит, сколько и в Мариотте. Когда увидел охранников, меня аж дар речи потерял. Он же на мне пупком. И Юля такая, здрасте. Пупком. Уже подходим к речку. Выключили, включили. Это все я. Та-ра-та-та-та. Уходим. Доставай свои 150 рублей, ты бич. Я не бич. И прошу не выражаться, так-то нас смотрят дети. Кто? Я. Такая большая очередь. Короче, мы сели, тут оказывается еще тепло. Здесь очень круто, мы уже поднимаемся. Очень сядь напротив, вдруг наша кабинка перевернется. Параноик, да, Юля? Мамочка, я и Саня, вот, привет. Вот. Надо соблюдать равновесие. Юля боится. Сережа тоже. Я не боюсь, мне весело. Вот, снимаю видосик. Всем привет, любители Новосибирска и не только. Сейчас мы находимся на речном вокзале. Это жопа. Господи боже, я вижу реку, мама. Тут классно. Почти Кузбасс. Тут тепло, кстати. Тут еще Сережа. Очень классно. Господи, тут очень красиво. Thank you.
выше. Мы на самом верху, короче, уже. Здесь жутковато немного. Зато очень классно. Мама, вот, вот мы наверху. Особенно сзади классно. Дочка, сейчас поедем вниз. Почему мы остановились? Не знаю. Я пересяду-ка вот сюда. Мы остановились. А, нет, мы не остановились, просто выключили кондиционер. Но Юля уже остановилась. Да мы стоим. Да. Мы, походу... Нет, мы движемся. Ты что, назад посмотри, девочка. Юля испугалась. А туда смотришь? Посмотри туда. Кого-то стоим. Очень круто, ребят. Советую всем сходить в Новосибирске. Слушай, у нас тут еще музыка. Интим. Тебя, правда, не видно, но... Супер. Ну и как тебе впечатление? Классно. Мне понравилось. Очень круто. До свидания. До свидания. Ну да ладно. Сам факт того, что мы попрощались. Юля вроде здоровается и прощается абсолютно со всеми. С детьми, с бабушками, с животными, с качелями. До свидания. Вот. Ha ha ha.